Идея простейшего генератора переменного тока состоит в том, что проводящую рамку помещают в однородное магнитное поле и заставляют вращаться. Нарисуем проводящую рамку с нормалью N, которая первоначально параллельна силовым линиям однородного магнитного поля. Но эта рамка может вращаться, так что поток через нее будет меняться в зависимости от времени. Поток через один виток этой рамки, φ1, будет определяться скалярным произведением B на S на N. Поток через все витки будет в N раз больше. Поскольку у нас угол между нормалью и B будет меняться, учтем это, раскрыв скалярное произведение, записав его модуль через косинус альфа, который будет линейно увеличиваться с течением времени и будет пропорционален частоте вращения рамки. В соответствии с законом Фарадея запишем ЭДС индукции, возникающие в этой рамке. Максимальное значение ЭДС будет пропорционально числу витков, площади рамки, магнитному полю и частоте вращения рамки.